Шалом алейхем, добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад, что мы снова встречаемся в такое особое время. Четверг, который перед Шаббат Чува, Шаббат, который в 10 дней раскаяния. Этот Шаббат сама по себе, она имеет особый смысл и особую силу, когда она входит в эти 10 дней Чува, 10 дней раскаяния. Самое главное наше задание сейчас это подготовиться к святого дня, к Йом-Кипур. Йом-Кипур – самый святой день в году, день искупления грехов, день пост, как известно. И в эти дни, которые между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, дали нам специально эти дни, чтобы мы могли готовиться к святого дня. В чем включается наша подготовка к святого дня? Вот в Рош ха-Шана была коронация царя. Мы взяли на себя царство Всевышнего. А сейчас, после того, что мы взяли на себя царство Всевышнего, начинается уже конкретная работа. В этой работе мы должны исправить все наши недостатки. Все, что мы набрались, к сожалению, в последний год, чтобы быть достойны, мыслим, раз мы приняли его на себя, значит, мы должны с ним быть на хороших отношениях. Мы должны исправить все наши ошибки. Мы должны питаться, извиниться перед Него за наши грехи, которые мы завершали в последние 12 месяцев. Вот дается нам эти дни, 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, чтобы над этим работать. Работать над собой, почистить любой уголок, где там, возможно, есть что-то не так, исправить себя и прийти готовый к важнейший день к Йом-Кипур. Что значит чува? Перед тем, что мы начинаем с самой темы Йом-Кипур, важно подчеркивать, что значит чува. Чува – это не только раскаяние. Раскаяние – это инструмент, который помогает нам дойти до чува. Чува – это возвращение. Мы были ближе к Всевышнему. Любая наша ошибка, любой грех, в результате любого греха мы стали и мы стали подальше от Него, еще дальше, мы стали далеки от Него. И мы не можем приближаться, поскольку разделяет между нас эти грехи, которые мы завершали. И поэтому мы должны избавиться от этих грехов, чтобы мы могли возвращаться. Как написано, мы недавно читали в Торе, в глава Ницавим, «Вешавта ад Хашем Элокеха». Что такое чува? Возвращайся до Бога всесильный твой. Как мы это делаем? Как мы сможем возвращаться к Нему, приближаться к Нему? Вот у нас есть две инструменты, две шаги. Альтер Ребе, Рабби Шниор Залман из Лади, приводит в книге Танья, что на самом деле процесс очень короткий. Раскаиваться о прошлом, действительно почувствовать и понимать, что нам очень жаль. Любая ошибка, любой грех, который мы, не дай Бог, завершали, мы очень раскаиваемся за это. Мы этого больше не хотим, мы не хотели бы, чтобы этого повторилось. И второй шаг, принять на себя сильное, серьезное решение о будущем, что эти вещи не будут больше повториться. Такие слова мы читаем и в Рамбам, и в Законе Чува. Очень интересно, кстати, учить Рамбам в Законе Чува перед Йом-Кипур. И так приводит, делит итог с этих процессов Альтер Ребе в книге Тани, и так получается, что Чува это два шаги. Один шаг это раскаивается о прошлом, следующий шаг – принять на себя сильное, серьезное решение в то, что касается будущего. Человек, который принял, который сделал эти две процессы, который раскаивался о прошлом, по-настоящему раскаивался о прошлом, и принял на себя серьезное решение в отношении будущего, этот человек, можно его называть Баал Чува. Он сможет уже возвращаться, делая чувы, возвращаться к Всевышнему. Дорога для него открыта. Грехов больше нет, те, которые разделяют между Него и Всевышнего. Вплоть до того,
что в Талмуде и в Рамбам, в Талмуде в том Кидушин и в Рамбам, приводится галахическая ситуация, которая имеет прямое последствие от этой вид чува. Не хочу войти сейчас на эту тему, это не наша главная тема. Но действительно, это есть чува. И вот это то, что мы делаем сейчас на эти дни. Каждый день мы должны раскаиваться о прошлом, подумать о нашей ошибке, о грехе, которые мы завершали и в прошедший год, и жалеет об этом по-настоящему, и принять на себя хорошее, сильное решение, чтобы эти вещи, что на будущее, эти вещи не будут ни в коем случае повторяться. И вот мы идем уже, исходя с этого, мы приближаемся к Святого Дня, к Йом-Кипур. Что нам ожидает в Йом-Кипур? Это еще не так просто. Да, правда, мы раскаивались. Нам жалко, что это все было, но фактически это же было. Раз фактически это было, есть какое-то последствие. Мы не можем сказать, что наши отношения со Всевышним, они чистые, прозрачные, они в первые, в начальные, они как снова все начинается. Остается же какой-то осадок, когда между людей, не дай Бог, порченные отношения. Потом эти люди помирились между собой. Ну, они не так быстро будут целоваться, целовать друг другу, поскольку остается осадок от конфликта, которые были, от недоразумения, которые были. И даже и это так, что все, что было между нас и него, это недоразумение. Это не что мы, не дай Бог, хотели грешать, но по факту мы грешили. Мы отошли от него подальше. Поэтому даже когда мы хотим сейчас возвращаться, надо очистить себя. Есть пятна, есть черная пятна в результат этой ошибки, которую мы завершали. И эта пятна не украшает нас. Она еще мешает на вернуться к идеальному отношению между нас и Всевышнему. И это мы просим в Йом-Кипур. Напомню вас, мы говорим в Йом-Кипур, «Халбен хатаэйну кашелек векацемер». Мы просим, чтобы наши грехи стали белые, белые, значит, чистые совсем, как чистый снег и как чистый шерсть. Как написано, «Им юхата эхим кашаним, кашелег ялбину, им ядиму катола, кацемер ю пророк, я обещаю нас, вот имя Всевышнего, что в этот день Йом Кипур, даже если грехи наши будут красные, как у них будет красный цвет, то что он действительно выделяется, но в Йом-Кипур они будут этот красный цвет уйдет, все чистится, и они будут белые, как белый снег, чистый снег. Представьте себя, как это выглядит, как все чисто, такое прекрасное чувство. Это то, что будет происходить из нашей грехи, из пятно, из красное пятно, которое оставили наши грехи в отношении со Всевышнему. Это будет в Йом-Кипур. Потом это одна из причин, почему мы в Йом-Кипур одеваем, мужчина одевает белый одежда, одеваем китл, так называется, белый халат, быть похожи на ангелы и другие причины, но еще одна причина, поскольку Йом-Кипур это день, который его символизирует белый цвет, что пятна, которая выделилась и в ее красный, яркий красный цвет, меняет свой цвет и становится белый. И это то, что мы делаем в Йом-Кипур. Мы приходим к Всевышнему и говорим, прости нас. Ты же знаешь, а то йодеа яйцром. Ты же знаешь наш яйцера, наше плохое начало. Ты же знаешь, какие испытания мы проходим. И у нас много-много испытаний. И не всегда мы можем победить этих испытаний. Поэтому раз ты этого понимаешь, прости нас, искупляй наши грехи, поскольку у тебя союз с нашей предки, Авраам, Ицхак и Яков. Это то, что мы делаем в Йом-Кипур. Важно напоминать о том, что это касается только нашей, то, что касается отношения наше со Всевышнему. В те грехи, которые входят в категорию «бен Адам ламаком» между человеком и Богом, на эти грехи помогает Йом-Кипур, что они будут, что Бог искупляет эти грехи, и вся становится белой и чистой, и без никакой осадок от прошлой. Но то, что касается бен Адам ла Хаверо,
между человеком и человеком, если не дай Бог человек один обидел другого человека, если не дай Бог один человек предоставил боль другого человека, не поможет его Йом-Кипур. Он должен сам попросить, написано в Шулхан Арух, надо сам идти попросить прощения у этого человека, это может быть любой человек, что даже незаметно нам, что мы его когда-то обидели, из этого происходит этой обича, что перед Йом-Кипур евреи просят прощения друг от друга. Это начинается внутри семья. Дети у родителей, родители у детей, муж от жена, жена от мужа. И то, что происходит на пределах семья. Люди, которые с нами молятся в одной синагоге, люди, которые с нами работают, коллеги и так далее. Поскольку это очень важно перед Йом-Кипур, поскольку Йом-Кипур сам не решает этой проблемы. Возвращаемся к Йом-Кипур. Значит, Йом-Кипур решает наши проблемы в отношении между нас и Богом. Мы упоминаем Алхет за грех, который мы грешили перед тобой, за это и там мы перечисляем длинный список грехов, которые, возможно, мы грешили. А в результат мы просим прощения. Мы упоминаем Авраам, Ицхак и Яков. Рассказываем о героических поступках нашей предки в многих поколений до нас. И мы просим Отец наш, Владыка наш, делай это ради самому себя, если не ради нас. Вот это то, что происходит в Йом-Кипур. Но мы хотим понимать, что на самом деле происходит в Йом-Кипур. Да, Тора нам говорит, что есть один день в году, который этот день стирает все наши ошибки, все наши преступления, которые мы завершали в прошедший год, и он искупляет все наши грехи. Все наши нехорошие мысли, все наши нехорошие разговоров и даже наши нехорошие действия. Йом-Кипур все этого вытеряет, вычеркивает и типа как ничего не было. Так написано в Тора. В Тора, в книге Ваикра, 16 глава, пасук 29 и 30. Тора говорит так, вот вам установлен навеки. И в 7 месяц, в 10 день месяца, смирите своя душа, смирите своя душа, пусть никто из вас не делает никакой работы. Не корной же и не переселенец, живущий среди вас. Ибо, послушайте внимательно то, что Тора говорит, ибо в этот день будет совершаться искупление, чтобы, еще один этап, очистить вас. Вы будете очищаться от всех ваших грехов, перед Господом. Так говорит нам Тора, это то, что происходит в этот день 10 Тишри. И я думаю, что мы должны понимать, задать себе три вопроса, чтобы готовиться правильно к Йом-Кипур. Если мы ответим себе правильно на следующие три вопроса, у нас будет совсем другой Йом-Кипур. Первый вопрос. Почему именно этот день, в 10 день 7 месяца? Почему именно в этот день, почему не другой день среди других месяцев года? Почему избрала Тора именно этот день, что это особый день для прощения, искупления и очистка? Что есть в этот день? Первый вопрос. Второй вопрос. Секрет этого дня. Что, как это работает? Приходит календарный день, пусть будет самый святой, 10 день месяца Тишрей, и вот этот календарный день пришел, и он совершал чудо. Целый год мы завершали разных ошибки. Грешили, не дай Бог, разных грехов.
Приходит этот день Йом Кипур и говорит, окей, мы ждали этого дня, прошла эта сутка, и все нормально. Все как мы как новые. Это так работает? Как это работает? В какой, почему? Почему это происходит в этот календарный день? Что там происходит в этот календарный день? И третий вопрос. Хочу обратить внимание на текст, который мы только что читали из Тора. Обратите внимание, там есть две этапы. Этап номер один, ибо в этот день он искупляет ваши грехи. Что значит искупляет ваши грехи? Он прощает грехи, он не будет смотреть больше на эти грехов. Дальше написано, очистит вас. Это этап гораздо выше. Мы упоминали о том, что даже после того, что есть прощение грехов, остается осадок. Да, я еще раз повторяю пример. Даже внутри семья, если между муж и жена есть споры, и у кого нет спора, у всех есть споры дома. И если, не дай Бог, спор, он сильный, жесткий, потом проходит какое-то время, пока отношения уладываются, и все возвращается к прежнему. Почему? Остается осадок. Даже между родителями и детьми может оставаться какой-то осадок. Тем более с чужими людьми. А здесь тоже этого остается. Приходит Йом Кипур и Тора нам обещает «Летахер этхем» – «Очистит вас». В этот день перед Богом вы будете чистыми. Ваша душа остается чистая, как после стирка. Никакая красная пятна, никакой черные пятна, все пятны, которые оставили ваши грехи, их больше не будет. И мы не можем не задавать себе вопрос. Что очищает нас в Йом-Кипур? Что это такая мощная химчистка, которая очищает наша душа? Это химчистка для еврейских душ? В четвертый том в книге Ликутей Сихот есть очень основная психа, основная беседа Лубавичской Ребе о сущности этого дня Йом Кипур. Начнем с вопроса. Этот вопрос задает Ребе в этой беседе в четвертый том Ликутей Сихот. Она говорит, капара, искупление, греха, говорит Ребе, это значит, что человек не будет наказан и в результат его грех. Это можно понимать. Любое государство, любой царь может объявить какой-то день прощения. Даже люди, которые не платили налоги, их прощается. Какой-то день, там, это может быть день инаугурации царя, это может быть день независимости. Когда наступает особый день, это и в нашей современной жизни происходит. Это можно еще понять. Спрашивает Ребе, когда в пасук написано слово «Летахер этхем, очистит вас», спрашивает Ребе, как очищается вся зла, которая накопилась через появление этот день, и только день, это называется «Ицумо шельем», сам день пришел, и день нас очищает. Что разве без никакой чува? Сам день пришел, и день пришел, и простили нас, и решили, что мы с Божьей помощью не будем наказаны. Это понятно, бывает, как мы упоминали. Но как он очищает нас? Как очищаются эти пятны, которые накопились там целый год? Что происходит? Давайте начнем с первого вопроса. Почему именно Йом-Кипур? Мы все помним, это история. 210 лет были наши предки рабами, они были у фараона в Египет. И в 14-го Нисана, 2448 год от творения мира, Всевышний освободил, 15-го Нисана это уже было, Всевышний вы освободил наши предки от египетского рабства, и мы становимся народ Израиль. И уходим от статуса семейства Яков, становимся народ. Проходит неделя 21-го Нисана, мы стоим возле Красного моря, 7 дней после исхода из Египет, и тогда Всевышний делит нам еще одно чудо.
Он разделяет Красное море, мы проходим через него и находим себя в пустыне Синай. Там Всевышний нам объявляет и дает нам особые новости. Через 43 дня 6 Сивана возле горы Синай он сам даст нам Тора. Итак, 6 Сивана Моше Рабейну поднимается на горе Синай и вместе со Всевышним мы сначала слушаем голос Бога, когда он говорит первые две заповеди, а потом через Моше он передает нам остальные 10. Моше Рабейну в 7 Сивана, день спустя, прощается с народом Израиля и поднимается на горе Синай, на самом деле поднимается наверху в небо к Богу, чтобы там получать Тора подробно, все законы Тора, и чтобы спустя 40 дней спускаться с скрижали, из Лухот Хабрит, скрижали, которые Бог сам изготовил, и он о них написал 10 заповедей. Но что было? 17 Тамуза, 40 дней спустя, Моше Рабейну спускается, что он увидел? Да, он увидел телец золотой, который вокруг него танцует. Те же люди, которые 40 дней назад услышали голос Всевышнего, который говорит им, я Бог твой, который вывел тебя со страной египетской. И теперь они танцуют вокруг этот золотой телец и говорят, Эле Элокеха Исраэль, вот твой Бог всесильный Израиль. Настоящее предательство, страшное предательство. Хуже мы не можем себя представить. 210 лет вы страдали в рабстве. Вы видели целый год чудес, как Бог наказал египтян и толкал их им до того, что они освобождали вас из египетского рабства. Вы видели чудо на Красное море. Вы услышали голос Бога в этой одноразовой истории событий на горе Синай. А сейчас вы танцуете вокруг золотой телец. Что с вами? И действительно, как мы знаем эту историю, Всевышний не был готов простить народ Израиль за такое предательство. Он тогда сказал Моше Рабейну, отойди от них, оставь меня, не мучай меня, не умоляй меня простить их. Я хочу их уничтожать. И вычеркивает их имена перед небом. А потом от тебя пойдет новый большой народ, еще больше, чем те, которые были до этого момента. Вот такая реакция, такая жесткая реакция была у Всевышнего в результате такое страшное предательство. Как мы с вами знаем историю, Моше Рабейну, как самый большой любитель народа Израиля, не сдался. Он попросил и попросил и попросил и попросил прощения за народ Израиль, даже предложил вычеркивать его имя из Тора, если не дай Бог, и народ Израиль будет уничтожен. И 18 Тамуза, день спустя, он еще раз поднимается на горе Синай и поднимается в небес. И находится там целые 40 дней, молится и просит прощения, чтобы Бог простил народ Израиль за это предательство. Но не получается ничего. Он спускается назад 29 числа месяца Ав, опять спускается назад. Но Моше Рабейну не опускает руки. 1 Элула, он еще раз поднимается в небесах, чтобы помолиться и попросить у Всевышнего прощения и искупления грехов за этот, на этот страшный грех золотой телец. И в этот раз получается. Когда наступает 40-й день его молитвы в небесах, это 10-го Тишрей 2449 год от момента творения мира, он слышит от Бога. Бог ему говорит 4 слова. И сказал Бог, простил я по словам твоего. Вайомер Хашем салахти ки двореха. И сказал Бог, простил я по словам твоего.
Мойше Рабейну наконец-то праздновает свою победу. Бог простил народ Израиль даже на самый тяжелый, самый страшный грех, который можно вообще себе представить. Бог дает ему вторые скрижали, он приготовил, сам Бог написал, это был знак прощения. И самый большой знак прощения был, Бог говорит, окей, я простил вас, и я готов дальше поработать с вами. Я готов с вами дальше делать бизнес. Стройте меня мешкан, стройте меня храм, я буду находиться среди вас. Моше Рабейну в 10 Тишрей спускается внизу, и он делится с народом Израиля этой прекрасной новости, и сказал Бог, простил я по словам твоего. И это был первый Йом Кипур в истории еврейского народа. И с тех пор, с этого дня и дальше, день 10 Тишрей стал известен для нас как особый день. День, который в нем Всевышний простил даже от такое предательство, как грех золотого тельца, стал день искупления грехов каждый год снова и снова. И с тех пор всегда у нас эти 40 дней, которые начинаются 1 Элула и завершаются 10 Тишрей, это дни чува, дни раскаяния, дни возвращения к Всевышнему. И поэтому обратите внимание, из Божьей помощи воскресенье вечером, когда мы все будем в синагоге, будем очень надеяться, что и в Израиле, несмотря на такой жесткий карантин, который был объявлен там с целью спасения, жизнь людей, будет все-таки возможности собраться в небольшие группы, помолиться в миньян. У нас из Божьей помощи происходит молитва Рош ха-Шана Йом Кипур в большой шатер молитва, который из Божьей помощи был построен для нашей общины, поскольку это единственные возможности помолиться и соблюдать правила карантин и сохранить здоровье из Божьей помощи все прохожане, синагоги, все члены общины. Тогда в воскресенье вечером после святая молитва Кол Нидрей, обратите внимание, что мы будем все объявить за хазаном, и сказал Бог, простил я по словам твоего, ваёмер Ашем салахти кидвареха, три раза мы повторим эти слова. Почему именно этот пасук? И с этого все начался. И в этот день Йом Кипур. И вот тогда у нас есть ответ, почему именно 10 Тишрей. Бог решил, что 10 Тишрей это день милосердия, это день прощения и искупления. Но теперь нам надо понимать процесс, технология. Как срабатывает этот волшебный день 10 Тишрей? Как срабатывает этот процесс искупления и очистка, самое главное? Талмуд в том Шавуот, есть такой том в Талмуд, том Шавуот, 13 лист, известный очень спор среди мудрецов Мишна, Танаим. Раби Иуда Анаси с одной стороны, и все остальные мудрецы, Рабанан с другой стороны. Суд их спор, наш вопрос, как происходит очистка и искупление грехов в этот святой день. Сам день этого делает, это какой-то волшебный день, день, который у него огромный святость, который благодаря этой святости все происходит, или все-таки надо что-то, чтобы мы будем делать. Рэби говорит, Раби Иуда Анаси, говорит, бен аса чува, у бен ло аса чува, йома кипурим мехапер, киван ши ицумо шел йом мехапер. Раби Иуда Анаси говорит, удивительные слова, удивительные слова. И он говорит, это день, он такой святой, и в этот день выражается такой большой любовь Всевышнему к народу Израиля, что даже если человек не раскаивался, даже если человек не делал чува, день искупляет этого греха. День, святой день Йом Кипур его спасает. Я помню, 85-й год, 5746-й год. В еврейский календарь. Как раз сегодня,
Шестого Тишрей, это было. Тогда это был Шаббат. Шаббат Чува, шестого Тишрей. И Лубавичский Ребе обсуждал этот вопрос. Это была очень эмоциональная беседа Ребе. Ребе был самый большой любитель евреев нашей, во всех поколениях, которые мы помним от Моше Рабейну, может быть. Конечно же, в нашем поколении такой аналог любовь к любого еврея я на всяком случае не видел. И Ребе говорил о том, что от слова Раби Иуда Анаси мы видим такой огромный любовь к каждому еврею от Всевышнего, что сам день, что Бог показывает такой любовь, что сам день искупляет. Я помню этой беседе, я был тогда очень молодой, но я помню этой беседе, поскольку это было настолько эмоциональной беседы, Ребе так плакал, когда он об этом говорил. И он выразился о том, что у нас Бог любит каждого от нас. И несмотря за то, что мнение Раби Иуда Анаси не было принято большинством мудрецов, что без чува. Но тот факт, что допускается даже такое мнение, что и без чува искупляет Йом-Кипур, показывает любовь Всевышнего к народу Израиля. Вернемся к нашей теме. Это мнение Раби Иуда Анаси. Что говорят остальные мудрецы, Рабанан? Они говорят, нет, нет. Не так просто. Они говорят, Йом Кипурим эйн мехапер эла аль хашавим. Правда, Йом Кипур, святой день, но он искупляет грехи, и он очистит грехи только у те, которые возвращаются. Человек не хочет возвращаться. Это его не помогает. Что мы понимаем? Что вроде бы мудрецы не обращают внимания на святость день. Что вроде бы мудрецы не говорят о том, что день сам носит какой-то особый секрет. День сам носит какой-то особый мощь и сила, чтобы искуплять грехи. Да, так нам кажется. Давайте посмотрим, как комментирует Рамбам слова мудрецы. Я уже упоминал, что стоит сейчас учиться законы чува в Рамбам. Рамбам в законе чува говорит, что решение, галахическое решение, как мнение мудрецов, не как Раби, но смотрите, ועיצומו של יום הכיפורים מכפר לשווים. Те, которые делают чува. Мы все соблюдаем пост. Мы все ходим в синагоге. То есть мы раскаиваемся. И мы хотим возвращаться к Всевышнему. Но благодаря чего срабатывает наша чува, говорит Рамбам, и по мнению мудрецов, благодаря святость этого дня. В этой упоминатая беседа Ребе в четвертый том Лекутей Сихот, Ребе там завершает, что получается, что и по мнению Раби Иуда Ханаси, и по мнению мудрецов, как происходит искупление и очистка от грехов в Йом-Кипур через святость этого дня. Единственное, что говорят мудрецы, чтобы заслужить искупление грехов, человек не может, не дай Бог, не соблюдать пост и оставаться дома, читать книжку. Нет, так не поможет. Святость этого дня не будет срабатывать, если ты ее отталкиваешь от себя. Но если ты соблюдаешь пост, то есть ты раскаиваешься, ты возвращаешься, тогда над тобой работает святость этого святого дня. И после Йом-Кипур, после пост Йом-Кипур, мы становимся чистыми и как будто ничего плохого не было между нас и Всевышним. Хочу тоже подчеркивать слова Рамбан Нахманид, Рабейну Моше бен Нахман. Мы часто его упоминаем, один из самых великих мудрецов ришоним. В своем комментарии в Тора, в этом пасук, который мы читали из книги Ваикра, говорит Рамбам так, что на Йом Кипур написано «Беэцем хайом азе, в самом этого дня». Подчеркивает Рамбан, нигде не написаны такие слова «Беэцем хайом азе, в сам этого дня». Не в Шаббат, никакой другой праздник. Что хочет Тора подчеркивать слова «Беэцем хайом азе, в сам этот день», что надо ставить фокус на сам этот день,
Тора хочет подчеркивать, что несмотря за то, что в этот день мы приносим много жертвоприношений, и несмотря за то, что в этот день мы делаем чува, что является самым решающим фактором в этот день, который очищает нашу душу перед Богом, это святость этого дня. Тогда возвращаемся к нашему вопросу. Что происходит? Что делает этот день на такой особой, на такой волшебной, которая очищает все грехи, которая очищает весь грязь, который был накаплен 12 месяцев в результат нашей ошибки? Хочу больше подчеркивать этот вопрос. В чем разница между מצוות и עבירות, זפבידי איגריחי. מצווה את הסלובה צוותה וחיבור. סלובה אידינסטווה איסאידיניניה. קשדי מצווה, קשדי זפבידי כתורה מי איספלניים, מי איסאידיניים סא כספסי וישתם, ומי פריבליז'יים סא. איסאידיניים ססנים בולשי, אי בולשי, אי בולשי, אי בולשי. כגדה נדבוג מי גרישים, מי זבירשיים עבירה, грех. Что написано, что говорит пророк Ишаяу, известные слова: «Авонотейхем аю мавдилим бейнейхем левен элокейхем». Ваши грехи разделили между вас и между Бог всесильный ваш. Ваши грехи запачкивают ваши души. Они создают пробел, они создают мехица между вас и между Бог всесильный ваш. И это остается на долгое время. Каждый грех, поскольку человек, когда он грешит и делает то, что Тора его не запрещает, он в это же время получает удовольствие от того, что он делает. Это удовольствие, которое предоставило его этой авейра, это удовольствие, это большая грубая пятна на его душа. Ему надо делать шува. То есть мне уже сказали, как раскаивается. Благодаря раскаянию уходит это чувство удовольствия. У него уже нет удовольствия от того, что он делал. Он жалеет на то, что он делал. Но вместе с тем остается этот осадок. И тогда, как святой день Йом-Кипур очищает этой осадок. Так как святой день Йом-Кипур возвращает это отношение к первоначалу, как будто ничего не было. Любавский Ребе дает нам очень-очень важную вещь, что это основа весь Йом-Кипур. Наши отношения со Всевышнему разделяется на три разных уровня. Первый начальный уровень – это уровень, который высказывается на уровень «делай» или «не делай». Когда человек исполняет, фактически исполняет заповеди Тора, он берет на себя царство Всевышнего, и он не нарушает. Бог нам сказал исполнять заповеди, учиться Тора, и мы это делаем. Тогда между нас есть здоровый, хороший связь. Он сказал, а мы делаем. Когда, не дай Бог, мы нарушаем на уровень дела, портится этот связь. Он сказал делать, а мы, к сожалению, не делали. Испорчен связь. Что надо, чтобы исправить этого? Надо раскаиваться и снова начать делать. Пока мы снова не будем начинать делать, мы не получим то, что мы надеемся получать. Это же работа, которая это основана на сделай, получай, не делай, не получай. На этот уровень, если не дай Бог, человек не исправлял в своих поступках, если человек не раскаивался по-настоящему, он не может вернуть отношения к их правильное место. Вся это отношение высказывается только на уровень дела. Если отсутствует
Если я чувствую правильное дело, не будет уладено отношения. Это один уровень в отношениях с Богом. Этот уровень зависит только в отношениях с Богом. Только в исполнении заповеди. Только когда мы раскаиваемся и фактически исполняем, тогда можно сказать, что на этот уровень отношения вернулись на свое место. Есть один этап выше, более глубокий. Отношения не только технически исполнять заповеди или, не дай Бог, не исполнять заповеди. У человека есть, человек испытывает внутреннее глубокое чувство к Всевышнему. Он чувствует любовь к Всевышнему. Он чувствует страх от Всевышнего. Не страх от греха, не страх от наказания. Он чувствует страх, как страх, когда мы встречаемся с большой цадик, с большой раввин. Когда человек встречается с царем, с президентом, он испытывает такой, знаете, внутренний страх с уважением к человеку, который стоит против него. И такой испытывает человек, есть такой уровень связи с Богом. Он понимает, где он, где Бог. И поэтому у него есть страх к Богу, у него есть уважение к Богу. И когда он нарушал, он наполняется большие внутренние чувства. Он по-настоящему жалеет за то, что он ошибся. Ему очень-очень жаль, что так случилось, поскольку у него страх, настоящий страх и уважение, и почет к Богу. Он, когда он стоит на молитве, он видит Бога перед сам собой. И поэтому, когда он нарушает, ему очень-очень жалко, что он нарушал. Я дам пример, чтобы понимать, о чем, какое чувство речь идет. Я уверен, что вы все испытываете какие-то чувства в разные моменты в году. Например, когда мы сидим за пасхальный седер, и сердце наше переполнено благодарностью Всевышнему. Мы с удовольствием кушаем маца, читаем пасхальные агада, выпиваем четыре бокала вино и поем даейну. Наше сердце переполнено любовью к Всевышнему. Мы поднимаем себя чуть выше. Мы не кушаем маца в Песах, поскольку если мы не будем кушать маца, мы будем наказаны. Мы кушаем маца из чувства благодарности в любовь к Всевышнему. Иногда мы чувствуем этого, когда мы танцуем с Тора во время Симхат Тора. Мы чувствовали этого, когда мы трубили шофар в Рош ха-Шана. Это мы чувствуем, когда Бог дает нам возможности и дарит нам особые радостные моменты в нашей личной жизни, которые тогда наше сердце переполняется чувство благодарности Всевышнему. Мы чувствуем такое чувство. Поэтому, если, не дай Бог, человек ошибается, и он завершал авера, он нарушал законы Тора, он раскаивается именно в результат любовь, которую он чувствует Всевышнему. И это он исправляет из большая чува. Пока он это не делает, тоже отношения пока испорчены. Тут все зависит от него. Он должен действовать, чтобы исправить эти порченные отношения. Но, говорит Ребе, в этой удивительной беседе в четвертый том Лекутей Сихот, есть третий уровень связь. Это и третий уровень связь, это вещь, которая находится совсем на другой уровень. Это сущность. Это не связь, которая зависит от дела или не дела. Это не связь, которая может быть испорчен и в результат дела, и может быть восстановлен и в результат дела. Это связь, которая самая сильная и настоящая. Это связь, которая отвечает на вопрос, кто я? Кто он и кто я? Он Бог мой, а мы его народ.
Я еврей, он Бог Израиль. Он наш отец, а мы его дети. Это называется настоящий связь между нами, между еврейская душа и Всевышнего. Кто я? У меня еврейская душа, я еврей. Это моя еврейская сущность. Кто он? Он мой Бог. И этот факт, эта сущность, эта еврейская сущность, она не зависит от никакого действия. Возможно, что есть человек, который родился в Китае, и он даже не знает о том, что он еврей. И доверьте мне, есть много таких. Я такие встречаю почти каждую неделю или через две недели людей, которые впервые узнают о том, что они на самом деле евреи. То, что он не знал, что он еврей, а я еврей, раввин, соблюдающий, стараюсь соблюдать Тору и Мицвот, делит меня более хороший еврей, чем он? Нет, дорогие мои. Мы с ним на одинаковый уровень еврея. Наша еврейская сущность находится на одинаковое место. Если будет здесь сейчас, если будут евреи искать миньян, 10 мужчин, чтобы можно было молиться в миньян, и будет 9 праведников, и зайдет 10-й, который только что узнал, что его бабушка была еврейка, бабушка по материнской линии была еврейка, и поэтому он является настоящим евреем, и он становится 10-й в миньян, он спасет все остальные большие раввины. Они сейчас могут молиться в миньян. Почему? Он с ними стоит на одно, на один ровное место. Разница никакой нет. И в этот уровень еврейская сущность, они все на одинаковый уровень находятся. Я вспоминаю, я видел недавно видео, когда одна женщина проходит, когда Лубавичский ребе каждый воскресенье раздал доллары, каждому по одному доллару, проходит одна женщина и говорит: ребе, прошу у вас благословлять моего родного брата. Его зовут Мейр бен Сара, чтобы он вернулся к еврейству. Она говорит, у него нет никакой связи к еврейству. Такие были ее слова. Ребе на ней такой, посмотрели с такой непонятный взгляд и говорит: не только, что у него есть связь к еврейству, он сам еврей. Понимаете разницу? Другой человек смотрит на уровень дела. Этот человек на уровень дела, к сожалению, он пока ничего не делает. И поэтому, какой итог? У него нет никакой связи к еврейству. А когда смотрит ребе и с его любовь к каждому еврею, и он не смотрит на уровень дела или не дела, он смотрит на сущность, он смотрит на еврейская душа. Он сразу говорит, нет, только что у него есть связь, он сам не еврей. Вернемся к Йом-Кипу. Когда человек делает авейры, когда человек грешит, ему надо, конечно, исправить эту ошибку, попросить у Бога прощения. Он говорит в Йом-Кипур, за грех, который мы грешили за этого, надо легко кулаком ударить против сердца, когда всегда, когда мы упоминаем любой грех. И но остается же, как мы упоминали, остается же пятна. Остаются иногда грехи, которые не просто так, попросить о них прощения. Как грех золотого тельца, который мы упоминали первый раз, когда Бог простил в Йом-Кипур. В Йом-Кипур и в первый раз, на этот страшный грех, Бог простил и сказал, я прощаю. Мы все снова начинаем строить мешкан. Мы снова делаем с вами бизнес. Это повторяется каждый год в Йом-Кипур. Что происходит в Йом-Кипур? Бог не смотрит на наши действия. Бог не смотрит только на уровень действия. И поэтому не только уровень действия решает и влияет на этот связь. Бог смотрит на наша душа. И в этот день в Йом-Кипур, святость этого дня, поднимает наша душа
такое чувство, что мы хотим приближаться к Нему. В этот день Бог смотрит на нас не только, что мы делаем или то, что мы не делали. Он смотрит о том, что мы Его дети. И Отец никогда не покидает своих детей. И народ Израиль никогда не покидает свой народ. Бог Израиль никогда не покидает свой народ, как Отец никогда не покидает своих детей. Любовь родителей к детям не зависит от успехов детей. Не зависит от количества удовольствия, которые дети предоставляют родителям. Конечно, мы все молимся Бога и желаем себя только нахес, да? Только удовольствие от наших детей. Но разве, если не дай Бог, какой-то ребенок будет предоставить своих родителей не нахес, но наоборот, и этот ребенок попал в какую-то беду, кто будет первый, который будет спасать его? Правда, родители. Почему? Он же предоставляет им столько боли, столько гадости, он их кормит каждый день, извините за выражение. Почему они будут первые его спасать? Почему? Это нелогичный вопрос. Их любовь к нему не зависит от логики. Там нет рационал. Это не в результат его действия, у него хорошие действия. Он успешный, хороший, красивый ребенок. Давай, мы тебе поможем. А этот? Нет, не поможем, нет. У нормальных, здоровых родителей такого никогда не будет. В Йом-Кипур раскрывается этот уровень связи. А то, что несмотря ни за что, несмотря кто мы такие, несмотря что мы делали на самом деле, и какое количество грязи мы не успели накоплять, и в прошедшие годы в результат нашей ошибки. В Йом-Кипур Бог не смотрит на этот уровень. Он смотрит выше. Он смотрит на нашу сущность, что мы Его дети. На это Он смотрит. И поэтому Он прощает нас на все наши грехи. И не только прощает. Это значит, сам этот день исправляет. Святость этого дня, которая поднимает наш уровень связи с Богом, на совсем на других высотах, святость этого дня, она очищает наши души. И это значит то, что говорят Раби Иуда и Рабанан, и цумо шель йом мехапер. Сам день, сам святость этот день искупляет эти грехи. Поскольку в этот день открывается этот связь, настоящий связь между Всевышним и народом Израиля. Единственный спор между Раби Иуда и мудрецы, это что надо делать, чтобы этот связь раскрылся. Раби Иуда говорит, вообще можно ничего не делать. Рабанан говорит, нет, 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 это нет. Надо соблюдать пост, надо прийти в синагогу, надо раскаиваться. Но тогда работает, срабатывает сила этого дня и очищает все. И вот это то, что происходит в Йом-Кипур. Это 26 часов. Мы стоим перед всесильным, перед Богом, Отец наш и Владыка нас. Из огромного чувства любовь к Нему. Это время, когда мы чувствуем наша душа, мы не кушаем. Мы похожи на ангелы. И в этот день срабатывает наша душа работает гораздо сильнее, чем в обычный день. В этот день ослабляется наше тело в результат пост и усиляется влияние нашей души. И тогда наше отношение с Богом получается, они получают правильные пропорции. Что эти все вещи, это очень важно исправить. Но на самом деле это не самое главное. Самое главное это кто мы для Него, а мы Его дети. И поэтому мы Ему говорим прежде всего, Отец наш. Затем мы продолжаем Владыка наш. В этот день Он поднимает нас. Эта святость Йом-Кипур поднимает нас. Это день, который в нем Бог делает с нами огромное милосердие. В этот день.
в это день огромное милосердие. И это выражается особенно в последней молитве дня, молитва Неила, что в ней закрываемся только мы, народ Израиля и Всевышнего, и в этот день, и в это время поднимается уровень нашей связи, любовь к Всевышнему на самый высокий уровень. Пятая молитва в Йом-Кипур, и в этой пятой молитве раскроется полностью пятый уровень нашей души, который называется Ехида. И поэтому, друзья, давайте завершим. Мы уже знаем, как срабатывает Йом-Кипур. Мы уже знаем, на что помогает святость Йом-Кипур. Но мы тоже знаем, что главное условие для этого – соблюдать пост, прийти в синагогу молиться и заслужить этот особый подарок, почувствовать этот особый любовь Всевышнего к народу Израиля и народу Израиля к Всевышнему. Желаю вам всем, дорогие мои, легкого поста и гмар хатима това.